В воскресенье вечером жители сенегальской столицы вышли на улицы праздновать. В стране состоялся второй тур выборов президента. И по предварительным результатам голосования победу одержал премьер-министр страны Маки Саль. Второй кандидат, действующий президент Абдулай Вад, уже признал свое поражение и поздравил своего соперника с победой по телефону. 85-летний Ват занимал президентское кресло с 2000 года и намеревался остаться на третий срок. Перед этим он внес изменения в Конституцию, чем вызвал недовольство оппозиции. Кроме того, в укор Ваду ставят бедность и массовую безработицу. В стране начались протесты, во время которых было убито по меньшей мере 6 человек. При этом сам президент утверждает, что сделал больше, чем соперники-социалисты, пробывшие у власти предыдущие 40 лет. Первый тур выборов состоялся 26 февраля. В нем Абдулай Вад набрал 34,8% голосов, а его соперник Маки Саль – всего 26,6%. Необходимых 50% не получил ни один из кандидатов. Победа Маки Саля во втором туре обуславливается тем, что за него отдали свои голоса многие из тех, кто в первом туре голосовал за других кандидатов, кроме Вада. Официальные итоги выборов будут объявлены 26 или 27 марта.